Так. Небольшой обзор отеля. Анабелла. Корпус Анекс. Корпус, который через дорогу. Вход такой. Вот такая тут маленькая территория достаточно. Но все ухожено. Деревья. Такой вот бассейн. Также есть детская зона. Шезлонги. Душевая. Детский бассейн небольшой. Основной бассейн. Здесь бар. Здесь ресторан. Основной ресторан. Такой завтрак. Тут фойе. И ресепшн. Тут лифт. Лестница. На территории есть такая вот площадка, теннисный корт, волейбольная площадка. Кругом парк, очень красиво. Сами корпуса, сам корпус. Почти все номера выходят на парк. И вот тут еще есть такая для малышей совсем детская площадочка.
Ну и собственно все. Вот это и есть вся территория этого отеля. Гости этого отеля могут пользоваться основным отелем Анабелла, который находится на первой линии.